Ассаляму алейкум, с вами Мадина Калимуллина, и сегодня мы поговорим о картах халяльной рассрочки. Совсем недавно в России появились первые карты халяльной рассрочки. В частности, такая карта была анонсирована в рамках Moscow Halal Expo 2017. И многие из вас спрашивают, в чем особенности данной карты и как ее можно воспользоваться. Об этом мы поговорим в этом видео. Карта рассрочки – это кредитная карта. Но в отличие от обычных, привычных кредитных карт, она имеет принципиальные отличия. Давайте рассмотрим подробнее. Карты рассрочки появились в России совсем недавно. До этого большое распространение получили кредитные карты, а после кредитных карт – карты с льготным периодом или grace period, который позволял пользоваться кредитом в течение определенного времени без процентов. В чем же отличие карты рассрочки от кредитных карт? Вполне возможно, что появление первых карт рассрочки связано с падением общей покупательской способности, что, соответственно, отразилось и на падении продаж в магазинах. При этом у населения часто банально не хватает денег на ту или иную покупку, а кредитам люди доверяют все меньше и меньше. И тогда то ли магазины обратились к банкам с предложением, то ли банки вышли к магазинам с предложением, и появились карты рассрочки. Такие карты позволили клиентам приобретать товары как за счет собственных средств, так и за счет кредитных средств от банка. В итоге все в плюсе. Продавец повышает продажи и получает деньги сразу. Банк получает агентскую комиссию, а клиент получает своего рода финансовую помощь на приобретение нужных ему товаров и услуг. Итак, в чем отличие карт рассрочки от обычных кредитных карт? В кредитных картах банк получает прибыль от клиента. То есть основной его заработок – это проценты, пени, штрафы, комиссии, всевозможные другие платежи, которые выплачивает ему клиент за пользование кредитом или за просрочку платежа. Что касается карт рассрочки, то в них банк не зарабатывает на клиентах. Основную прибыль он получает с общего оборота средств, которые прошли через его продукт и которыми расплатились клиенты, будь то за счет собственных средств или кредитных средств в магазинах-партнерах. В обычных же кредитных картах, очень часто, даже в картах с льготным периодом, сумма кредита достаточно высокая, и очень часто клиент не может вовремя ее погасить. Это приводит к дополнительным штрафам и пени, за счет чего банки и зарабатывают. В картах же рассрочки сумма кредита устанавливается так, чтобы клиент точно смог погасить ее вовремя. Более того, в кредитных картах очень часто срок погашения платежа устанавливается день в день с датой получения заработной платы. Таким образом, очень часто клиенты просто не успевают получить зарплату и сделать очередной платеж. И опять же попадают на пени. Еще одно отличие заключается в том, что картой рассрочки вы сможете воспользоваться в ограниченном числе магазинов, если только не пользуетесь собственными средствами. Вы можете вполне спокойно положить свои средства на карту рассрочки и расплачиваться как обычной платежной картой в любом магазине. Также карты рассрочки, как правило, оформить и получить сложнее, чем кредитную карту, поскольку банк заинтересован в том, чтобы его клиент точно и в срок погасил кредит. Итак, перейдем к тому, в чем отличие карты рассрочки халяль от обычной карты рассрочки. Рассмотрим на примере карты халва халяль. Во-первых, карта рассрочки халва халяль не будет действовать в заведениях, которые специализируются на запрещенных шариатом товарах и услугах. Примером могут послужить онлайн-казино, бары, алкомаркеты. Во-вторых, если вы пользуетесь собственными средствами, по карте не будут начисляться проценты. В-третьих, если вы вовремя не погасили свой кредит, то банк имеет право подать на вас в суд, что, собственно говоря, защищается российским законодательством, и банк имеет такое право и с точки зрения шариата. При этом, если суд начислит проценты, то вся сумма штрафов и процентов идет на благотворительность. Это допускается международными стандартами по исламским финансам, в отличие от ситуации, когда сумма штрафов идет в пользу кредитора, что запрещено шариатом. При этом каждый такой случай, случай просрочки, рассматривается индивидуально. Таким образом, в карте рассрочки халва халяль банк не получает никаких дополнительных платежей сверх кредита от клиента. Ну и самое главное, что касается карты халва халяль. С момента разработки и запуска продукта на всем протяжении действия продукта у него имеется шариатское заключение, а также шариатский контроль по всем текущим договорам и операциям. Любое изменение по продукту проходит предварительное согласование внешнего шариатского комитета. Любой договор с клиентом проверяется внутренним шариатским контролером. Начисление штрафов и перечисление их в благотворительный фонд также контролируется шариатским комитетом. Поэтому, если вы сталкиваетесь с тем или иным финансовым продуктом и у вас есть сомнения в его халяльности, проверьте, кто из авторитетных шариатских ученых дал свое заключение по поводу этого продукта.
и важно, чтобы данный человек имел квалификации именно в сфере финансово-экономических отношений. Помимо этого, Шариатский комитет периодически публикует отчеты по продукту, как правило, ежегодные или каждые полгода. В случае обнаружения существенных нарушений требований шариата, такой комитет имеет право отозвать свое положительное заключение, выдать отрицательное заключение, либо вообще прекратить сотрудничество по данному продукту. Сразу хочу сказать, что я сторонник принципа о том, что нужно жить по средствам. В наши дни это особенно актуально, когда нас, как потребители, постоянно поощряют и принуждают к потреблению и приобретению все новых и новых товаров и услуг, очень часто нам ненужных. Если вы хотите оформить карту для покупки очередного айфона, в то время как ваш телефон вполне успешно вам служит, то с точки зрения рациональности лучше отказаться от такой услуги. Однако очень часто бывает так, что семье элементарно не хватает деньги на нужный продукт или услугу. С помощью карты рассрочки вы можете приобрести холодильник уже сегодня и расплатиться за него в течение нескольких месяцев. Например, если холодильник стоит 20 тысяч рублей, вы можете в течение 4 месяцев отдавать за него по 5 тысяч рублей. У меня есть знакомые, которые при помощи карты рассрочки и дом на зиму утеплили, и окна поменяли, и благополучно расплатились за кредит в течение ближайших месяцев. И достаточно довольны картой рассрочки. Что важно знать при пользовании картой рассрочки? Очень важно погашать кредит вовремя. К этому, собственно говоря, и призывает шариат. Поэтому, если вы халатно относитесь к своим обязательствам, то будьте готовы к тому, что на вас подадут в суд и истребуют сумму кредита через суд. Вам могут отказать в выдаче карты рассрочки. Достаточно много моих знакомых подавали заявку и получили отказ. С чем это может быть связано? Во-первых, отсутствие постоянной прописки, то есть в случае чего банк не знает, где вас искать. Во-вторых, отсутствие постоянной стабильной белой зарплаты, то есть у банка нет уверенности, что вы сможете погасить кредит вовремя и в срок. Еще одна причина может быть связана с тем, что у вас есть негативная кредитная история. При этом банк имеет право отказать, не объясняя причины. У него есть на это полное право. И в заключение хотелось бы задать вам вопрос. А что вы думаете о карте рассрочки? Насколько она востребована для вас? Есть ли у вас интерес пользоваться данного рода услугой и почему? А может быть, вы уже пользуетесь картой рассрочки? Поделитесь своими впечатлениями и комментариями. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и распространяйте данное видео, если оно было вам полезным. Давайте вместе сделаем данную информацию доступной. С вами была Мадина Калимуллина. Всем мир. Вассаляму алейкум.